Я слышу, как Серега бегает. Он так хочет меня убить, но у него не получается. Все, все, убил. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Серега, Семка, King and Fire, Хунзо. Сегодня у нас очень классная карта Krusty Krabs, и будем играть в прятки. Пацаны, скажите крутые слова. Всем крутые слова. Всем здорово. Всем привет. Я крутой. Ребята, если вам понравится ролик, там где играет очень много игроков, поставите плюсик в чат. Если будет 200 плюсиков, мы поймем, что надо записывать не восьмером, а на 16 человек. И в следующем ролике будет 16 игроков. И мы будем делать новые рубрики, где реально будет очень много веселья и угара. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем режим прятки. Аниматроник, выступай, покажи, как надо искать. И все, кто умирает, тоже берет Five Nights at Candy's и ищет других хлопчиков. Пошел. Кстати, я надеюсь, что он очень быстро будет всех находить, так как реально игроков просто очень много. Так... Пошел вниз. Кстати, у меня как-то странно прорисовывается карта, оптимизирована. Так, я вижу, он ломает, все хочет найти. Не забывай ставить лайкосик, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день и делаем контент все лучше и лучше. Теперь у нас будет играть очень много игроков, и мы будем делать новые рубрики. Надеюсь, вам это будет очень нравиться, потому что мне это нравится. Сейчас найдет, обязательно, я вижу. Кстати, игроков много, а найти никого не может. Представляете, как вы все заныкались? Ребята, вы молодцы. Планктоны бегают. Так, никого не видит, никого. Серега, это классно, а ты где заныкал? А ладно, не говори. А я заныкался в секретном месте. Опять залетел куда? О, я вижу одного уже. Да, залетел. Семка, аккуратно. А где он? Он снизу где-то ходит. Пацаны, кто взял предметы, давайте встретимся на входе. Krusty Krabs. Давай. Я глобус. О, качалки какие-то тут. Баллоны газовые летают. О, встретились летающие предметы. Вот это я маленький кубик. О, я вижу, я уже вижу одного прятальщика. Вон планктон кто-то играет. Бегает. А можно за планктон бегать? Так, раз, два, три, четыре. Больше никого не вижу. Так, а его не... Где он бегает? Че его ненаблюдаемый? Он снизу бегает, Дим. А, ну он там найдет. Но я вижу один... Ой, кстати, я хотел тут, ребята, заныкаться, но не заныкался. Правильно и сделал. А ты где сейчас стоишь? Я? Там, где я прячусь? Нет, где это? Ты за проклятый дашь, я к тебе хочу. А я вот на входе прям в Krusty Krabs. А вот, я тоже у входа. Я это, голова Фокси. О, голова Фокси. Смотри, Серега, лети за мной сюда. Смотри, кто тут сидит. Я одни усики их не вижу, как тараканы. Реально, ребята, похожи на тараканов. Их тут двое, еще один двое тыкается. Смотри, прям это... Ай, вот еще один. Рассадник тараканов. Да-да-да, вот еще один, третий. Дим, лети за газовым баллоном. А это аниматроники приехали, санинспекция, которая будет это вытравливать тараканов. А, подождите, тут можно еще под картой где-то спрятаться. Ема, она большая. Да, она здоровенная просто. Я думаю, что она такая маленькая. Я хочу еще сказать, кто нас ищет, он не просто должен найти, а еще и убить. King of Fire, спрячься. Да, King of Fire убежит, скорее всего. King of Fire, давай ко мне давай, залезай. О, Серега, я тебя нашел на той нычке, где я хотел. Где? Ли это не... А, это не ты, значит, я не вижу просто никнейм. Я там капхед вообще, у меня скин капхеда. А, точно. Я не планктон, я капхед красный. Капхедушка. Он еще никого не убил за это все время? Да, прикинь, никого не убил. Я в шоке, специально взял рахит. Ой, человек, который плохо играет. Так, давайте этот, King of Fire, бери аниматроника, помогай ему искать, потому что он будет до 40 серий спустя, он никого не нашел. 1 миллион is later. Тут даже в туалете, да, наверное, кто-то сидит, не? Кто там? А тут туалет сломался, Дим, походу, да. А да, да. Застарили. Так, Дима, да. Лети на главный вход. Вот я, да. Лети за баллоном, лети. А где баллоны? Не вижу. А, вижу, да. Мне даже интересно. Лечу. А, это, наверное... О, аниматроник, вот. Где? Вот, аниматроник на входе в Krusty Krabs бегает.
Ну давай, зачем? Убей хоть кого-то! Ну, аниматроник! Я вижу, видел тут планктон, но я не знаю, где он. Давай, заходи сюда в Красти Крабс, я тебе подскажу, вот тут они сидят, наверху. Давай, иди их мочи. Я уже оттуда нет. Убежал. Вот ступеньки же есть, ну. Вон, мочи, мочи. Давай, 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 давай. Да, мочи, мочи, я мочи, мачете. Ну давай! Серега, он не наигранный. Есть, наконец-то, хоть кого-то убил, да ладно. Ах ты ж, Димас. Ха-ха-ха, предатель. Да не, я хочу, чтобы было интересно людям ролик смотреть, а не просто как он бегает. Коробки, робки разгребает. Псих пришел. Давай, убить коробок. Димас импостер. Компостер. Амогус. Так, пошел, пошел сюда. Да тут куча пацанов заныкалась. Просто реально их тяжело найти, ну я знаю. Иди, короче, этот, за мной лети, я тебе покажу еще одного. Вот сюда. Не-не, не показывай, не показывай. Эй, сюда, сюда. Вот видишь глобус? За глобусом лети. Вот тут еще один сидит. Это нечестно. Ля крыса. А он не найдет. А, ты не, это не я. Это не я. Тем более это не ты. Че ты разорался? А, ты еще там еще один прячется. Ну да, там их несколько челиков. Я же говорю, рассадник тараканов. Вот еще один на этом сидит. Их тут двое. Хасбоу сидит и Нотрейди сидит. Ты знаешь, что кого возьми? Кто играет за... Возьми Five Nights 4, возьми Плюштрап. Он может телепортироваться. Ты можешь наверх телепортироваться и убивать на расстоянии. Все, давай. А тот, кто, кого ты убил, тоже бери аниматроника Five Nights 4. Во-во-во, пошел, давай, мочи их. Секрет. Можешь мне показать? Нет, я не буду никому показывать свой секрет. Это секретная нычка. Серега, хочу сказать, что меня найдут последнего. А вдруг Серегу сейчас завалят? О, даже на крыше кто-то бегает, Красти Краба, ну. Серега может в трубе? Нет. Нет, Дима. Может Серега под этим, под землей там бегает? Так, а где еще один аниматроник? Я не вижу. А он у нас застыл почему-то. Он, наверное, этот... Перегрелся, да, замороженный. Автомат с газировкой летает. Это я, это я. Бутылка воды. Ну. Ну хоть кого-то еще убей, ну ты ж на расстоянии можешь убивать. Наверху тут все, не надо под землей бегать, тут наверху куча пацанов ныкается. Ты ж можешь на R-английскую ТП хаться. Еще кого-то убил, не? Серега, где твоя нычка? Хоть давай посмотрю, где ты заныкался. Так, все, я стал новым пробом вот этим вот. Я стал бочкой. Так, Дима, ты где? Да, вот я. Давай, лети за мной. Лечу. Сейчас, ребята, Серега покажет, где он заныкался. Опа. А стоп, еще один Плюштрап? А, нет. Это тот же самый. А где ты, где ты? Давай, сейчас. Я не хочу показывать ему. Да блин, опять он... Стоп, их два, Дима. Почему? А, все правильно, значит, кто-то жил. А. Так, я за тобой телепортировался вниз, я вот. Так. А как вниз тэпаться? Глобусина. А? На R-английскую тэпахаться. Вниз? А, вниз, только пролетать надо. Просто вниз смотришь, если за предмет. Я, кстати, тоже эту Ох ты хитрый, молодец. Кстати, Серега, он бы тебя тут не нашел. Это ты еще полочку, да, тут поставил специально? Она тут стояла. Хитрый жук. Ну смотри, если через минуту меня не находят, я либо взрываю всех, либо сам. Давай, Серега, бери уже аниматроника, ищи. Давай, покажи. Ладно. Игроков-то много, а ищи только двое. Включай максимальный режим убийцы. Охотник выходит на охоту. Серега, тут фонтан летающий. Летающий фонтан. Кстати, можно было бы сюда этот, на... там где вывеска Красти Краб сюда заныкаться, тоже хорошая нычка была бы. Кто меня убил? О, Серега, пошел. Давай, Серега. Нам было Плюштрап побрать, он намного быстрее, кстати. И такое телепортироваться может быстро. Да вообще по барабану. А, понял, давай. Мочи всех. И себя тоже. Подсказку. Серега уже наш этот уже ищет. А, Серега уже ищет? Да. Минус. Нашел кого-то? Так, пока никого не нашел, но чую запах. Горелого? Нет, чего-то такого.
Меня чуть не убили. Так, я за кресло. Я теперь, Серега, за кресло летаю. За кресло, глобус, все, да? Да, глобус, все. Я просто взял монтировку в руки, чтобы видеть, кого убивают, а то я не вижу. Вот, уже еще одного убили. О, отлично, ребята. Серега, на то место, там, где мы на Эй, погоди, мои предметы кто-то удалил. Я под землей. Давай, давай. О, я буду за стул. Есть! Давай, давай, Серега, мочи всех. Я уже убил, пускай аниматроник возьмет. Давай, кто проиграл, берите аниматронейшена. Могу сказать одно, я нахожусь где-то внизу. Ищите меня внизу. Я на улице. Ищем. Да ты опять на... Не, я 100%, Серега, это уже не то, что это по-честному. Я нахожусь на улице. На улице? На улице, да. Так. Короче, вертолет спасательный выехал за Димасом. Давай, Дима, давай. Дима на улице, как говорится. Он, короче, в Красте Крабе прячется, чтобы он жрать. Не-не, я не в Красте Крабе, это не улица уже. Наверное, он где-то, я не знаю. В контейнере там каком-то, по идее. Нет. Я застрял. Минус. Один. Еще нашли, отлично, ребята, молодцы. Я думал, что чем больше людей, тем быстрее закончатся прятки. Но наоборот, чем больше людей, тем дольше все происходит. А сколько живых осталось? Серега, можешь взять аниматроника, который бьет на расстоянии, так будет лучше. Точно, уверен, Дим? Да, да, зато пока находишь всех. Вы меня таким образом точно найдете, но я хоть покажу потом свою нычку. Я, кажется, понял, где ты. А где? А это секрет. А, потому что не знаешь. О, я вижу, выдвинулся псих-балунбой. Нет. Я не балунбой вообще. Ты не балунбой? Нет. Я хромой. И хромой балунбой. О, Хунзел еще пятый раз умер. Серега, знаешь, кто ты? Хулиган. Да, есть такое. Чё, не находите, да, меня, пацаны? Дай поставь где-то около чего-то. Я? Да, то, что он на улице. Я возле корабля нахожусь. А, возле корабля, всё, понял, принял. Я даже, смотри, мне не видно через предметы? Не, не видно. Я умер от высоты круто. Так. Ну, если вы будете бить на расстоянии аниматроника, вы меня точно найдете. А если будете именно найти, чтобы увидеть, не найдете. Я, как всегда, применил очень хитрую тактику. Тактика крыса называется. Ля ты крыса. Я такой. Около корабля, значит, я понял. Если в течение 2-3 минут вы меня не найдете, я буду бомбу взрывать. Не позволю. А у вас есть таймер пошел. 2 минуты отсчета идет, и я взрываю бомбу. Еще одного убили, молодцы, молодцы. Умнички, хлопцы. Да ну нет, не, я не за карты. Ладно, за карту. Ну прям с краешку за карту. Ну прям с краешку. Там можно ходить. А можно ходить как? Ну, ногами. Ногами, ладно. Понимаешь? Ну давай не умничай. Ты, короче, ты хитрая морда, я понял тебя. А мы с кефирчиком внизу. А, внизу я... Еще нашли... А, Skyfox уже шищет. Вы друг друга мочите, молодцы. Ну чё? Дима, а чё ты где-то никнейм какой-то видел? Да? Ты здесь будешь? Да, я тут. Ага, ты тут, ты врёшь опять. Не, серьезно говорю, я возле корабля. Вот возле этого корабля на улице я ныкаюсь. В радиусе 10 метров радиусе от этого корабля я. Или в корабле, или возле корабля. Ау, в пушку залез, надо стрелять. Эй! Точнее, путь. Какая пушка? 1 минута, даже больше уже прошла. Осталось 50 секунд. Все, беру, короче, аниматроника, на который бьет на расстоянии. Давай. Отходите от корабля. Да чё, я аниматроника брал. Отойдите от корабля, ребят. Отошли все. А я специально отошел от того места, чтобы не достался ему этим убийством. Хе-хе-хе-хе-хе. Есть реально от корабля, ребят. Я слышу, как Серега бегает. Он так хочет меня убить, но у него не получается. Серега всех решил замочить. Ладно, давай я так стану, чтобы ты меня, если что, убил. Давай, ладно. Мочи возле... Все, убил. А, так
ты здесь все-таки где-то где? Был. А где я был? Вы не догадались? Хотите, я вам покажу, где я сидел? Где-то... Ой, мы тут застряли. Блин, я что-то видел никнейм. Серега, где ты? Я тут стою, где тебя убил. А что, так и стой там, так и стой там. Я вот тут за забором был. Я-то... Ах ты... Да ну я стоял сначала возле угла забора, когда я отошел, ты вы меня увидели бы. А, ё-моё, я там искал, я на другой части забора стоял. Ну чё, пацаны, всех нашли? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, поджигай! Это сейчас.